так как завтра 3 сентября, я уже иду в универ спустя 3 месяца. Сегодня я решила показать вам, что у меня есть для учебы. Ну, тут не так уж много, начнем с карандаша. Вот. Вообще их тут вот 3 штуки в наборе. Вот. 2 розовеньких и синенькие. Потом бумага для записи вот такой. С алмазиком. Их тут 300 штук. То есть вот. А, сейчас. Розовая, зеленая, желтая. То есть это без липкой. Дальше вот такой ласик прикольный. Сейчас я распакую. Конечно, все рвем. Еще она такая приятная на ощупь. Такая. С самолетиком. Боже, она реально такая приятная на ощупь. Реально. Очень приятная. Такая шелковистая. Я даже этого не... Дальше идут такие ручки обычные. Сейчас. А, это не те чеки. Я был тут сейчас, но я уже не помню. Но, короче, ручки не дешевые, скажем так, обычные вот такие вот. Но они обычно там синим пишут. Дальше где-то такой корректор. Такой. Все, не чтобы вот так вот писать, а вот так вот. Мне так удобно. И в этом году у меня новый пенальчик вот такой вот, золотистый. Вот тут две змейки. Вот тут вот можно, вот сюда можно что-то положить. И вот сюда. Сюда. Да. Как по мне, не очень удобно, но дальше. А пенал, кстати, я могу сказать вам сколько. Вот столько стоил пенал. 78-81. Дороговато. Но там были по 200 и по 300 гривен. А в пенале у нас вот тоже покупки. Так, вот такая ручка. Тоже обычно синенькая. Автоматическая. Дальше идет корректор. Вот такой вот. Вот. Дальше. Сейчас я все вытащу, потому что мне неудобно так. Дальше. Вот такая, такой лазик, вот, чтобы прям убить можно было. Вот. Обычно беленький такой, в упаковочке. Дальше идет вот такие стержни автоматические. Это 0,7. Я не знаю, видно, не видно. Вот, вот написано 0,7 вот тут. Аж. Потому что мне вот для автоматического карандаша нужен как раз 0,7. Вот 0,5 у меня куча, 0,7 их нет. И теперь самое интересное. Вот столько у меня ручек. Сейчас я поверну. Вот такая ручка. Такая вроде черная, обычно серьезная, но она оказалась реально черная. Потом дальше идет такая белая, тоже вроде нормальная, такая офисная ручка. Тоже вот так тоненько пишет. Дальше. Это ручки я уже сегодня покупала. Некоторые были дешевле, некоторые дороже. Вот такая ручка. Тут. А, вот написано першевая росня. Правда, уже першевая росня. Вот такой тоже стержень тут. Дальше. Я бы два хапку брать. Потом дальше. Вот першевая росня написано. Сейчас где-то тут. Такая ручечка. Кстати, если что, вот это тоже тетрадка большая. Мне нужно будет для уже не помню какого предмета. Так. Сейчас. Так. Это тоже вот ручка синяя. Тут уже нету большого раза. Дальше такая ручка. Вот. Вроде самая обычная автоматическая. Но если сделать вот так вот. То есть у меня таких... Две ручки. Вот еще такая же вот. То есть ты вот так вот нажимаешь. Вот. А вот так нажимаешь. И вот. Сейчас я вблизи покажу. Вот. А здесь будет. Потом дальше такая ручка. Тут тоже написано перши выросни. Дальше перши выросни. Вот такая вот. Дальше вот. Я вот это прикололо, мне показалось, что это карандаш. Вот. Вот это типа само дерево. И вот это сам карандаш. Но нет, это ручка. Дальше идет вот такая ручка. Мне она больше всего понравилась. Вот. Сейчас открою. Такая вот. Дальше идет вот такая ручка. Тоже перший выросни. Боже, уж с першим выросним. К
Кстати, да, я очень люблю все на украинском. Кстати, если кто-то будет спрашивать, почему у меня на ногтях вот двойка, вот, то это потому, что я перешла на второй курс. А то все спрашивают просто. Эй! Ругаться не буду, но я уронила ручку. Так, сейчас я буду... Я даже не буду запутывать. Кстати, вот это ж... Вот, главный аппарат. И вот наушники. Что нужно в институте. Дальше. Я соберу это. Не знаю, все выше. Вот такая идет тетрадка вот. С таким узорчиком. Вот. Обычная в клеточку такая. Тут. Сейчас скажу, сколько? 80 аркушев. Дальше идет вот. Это такая папка. Вот на вот такой застежке. И там вот идут обычно такие папки. То есть вот я сейчас одну покажу. Вот. Они продосложно туда застегиваться, но да. Такая обычная папка. Полупрозрачная, я посмотрела даже. Ой, слушайте, так прикольно, да? Вот. Тоже купили с отцом мы в эпицентре у нас магазин есть. Там вот на втором этаже куча канцелярии. Правда, сейчас есть я на первом этаже, но мы скуплялись на втором, там больше вот. Ну, а теперь самое главное. Где я буду писать? Полгода, да, ребят, вот это... Вот этих тетрадок мне на полгода. И то не факт. Может, еще докупать придется. Итак, давайте посмотрим, какие. Вот такая есть. То есть вот фиолетовая с золотистым. Это на 96 листов. Вот тоже. Чаще всего у меня в клетку. Потому что в линию он не дофига. Дальше. Патриот. И купила себе вот такой. Это, по-моему... Да, вот, написано Львив. Вот я тут была, у меня даже есть фотка. То есть вот, вот наш прапор. Тут 60 листов. Дальше, давайте наугад. А вот, эпик, что я заметила, потом только на кассе. Вот, две одинаковые. Travel to Sashu. Если еще, простите за мой английский, я его не учила никогда. Эти тетрадки на 60 листов. Господи, что ж ты постоянно врубаешься-то? Потом дальше идет вот такая с Taylor Swift. Ой, боже, я не считаю. Были вот такие еще тетрадки разные. То есть вот с такими разными башнями. Это на 96. Я вот помню. То есть она вот такая голографическая. Дальше. Вот такая мне понравилась. Там необычно. Тут вот с блестками эти фразы, а тут без. То есть вот тоже обычная в клеточку 96 листов. Дальше 48 листов, тоже в клеточку, такая вот, честно, это бы на труды пошло бы, красиво. Кстати, вот тут есть вот такой код, я хочу сейчас попробовать, сработает ли этот код. Сейчас. Отсканировал. Вот что он мне выдал. Потом такая тетрадочка, веселенькая, чтобы мне не скучно было учиться. Так, тут 48 листов тоже. Дальше. Вот такая есть тетрадочка прикольная, вот мне понравилась. Вот. Тут 96 листов, но была вот только такая, вот таких не было. И так как у меня вот папа Лев, я решила себе на удачу, так как я учусь тоже на ту же профессию, что и он, вот такие себе две тетрадки приобрести со Львом. Все, вот первый Лев, такой розненький. Счет. Но я таких, кстати, не видела. Медвежонок был. Это. О, господи. Говорю, я ж тут волк, лев. Сейчас я переведу, кто это, чтобы не ошибиться. А то я знаю, люди любят поисправлять. Я переводчик чёбаный. Кстати, если кто-то увидит трещину, да, у меня трещина на телефоне. Почему куча? Это гепард. Боже, у него такое ржачное выражение лица из серии. Не трогайте меня. Так, и вот такая тетрадочка. Вот. У него очень такая необычная поверхность. Как картонная такая, как, знаете, вот картон для... Боже, как же это? Когда блокноты оформляют. То есть вот мы открываем, и вот такая вот первая страница. Вот.
Вот. И только тут чистый белый лист идет, такой мягенький, такой мягусенький, тонюсенький. Не вот эта бумага. Потом идет такой белый лист. И на последний это тоже вот такой вот беленький. И тут вот для твоих заметок. Вот. И вот так, как она выглядит сзади. Все. Это со всем, чем я пойду в институт. Ну, там есть еще с прошлых годов покупки. Но их я не буду сюда вставлять.